Здравствуйте, дорогие друзья! Какое это великое сокровище, верный и преданный друг. Он и в печали поможет, и радость разделит. А если наступит пора испытаний, возьмет на себя часть скорби. Не случайно ведь говорят, друг познается в беде. В далеком третьем веке жили в городе Мелитина два друга. Одного звали Неарх, а другого Полиевкт. Оба состояли на военной службе. Неарх был христианином, а Полиевкт – язычником, но это не мешало им дружить. В схватках с дикими варварами они грудью защищали друг друга. И Господь, видя такую беззаветную верность, хранил их от смерти и ран. Но вскоре пришла беда, откуда не чаяли. Римские императоры повелели всем христианам принести жертву идолам. А кто откажется, тех приказали казнить. Неарх, услышав о воле нечестивых царей, стал готовиться к смерти. Но даже не это беспокоило его пуще всего. Сильно скорбел он о своем друге Полиевкте. «Вот умру я скоро», — думал он, — «а Полиевкт так и не познает истинного Бога». Полиевкт, который увидел, что с его другом творится что-то неладное, стал спрашивать: «Неарх, отчего ты так печален? Не оскорбил ли я тебя чем-нибудь?» «Нет», — ответил тот, — «но ты прав. Горюю я душою. Ты, вероятно, слышал об указе императоров, повелевающем всем христианам участвовать в языческих жертвоприношениях. И знаю, что я христианин и по долгу совести не могу подчиниться воле царей из Рима. Это значит, что скоро поведут меня на казнь. А ведь я даже толком не рассказал тебе о Христе. Не исповедуя Христа, ты и спасения не увидишь. Это печалит меня больше всего». Придя домой, Полиевкт напряженно думал, чем бы помочь другу. Хотел даже обратиться с молитвой ко Христу, но не знал, как это сделать. На следующий день, едва только солнце озарило первыми лучами дремлющую землю, Полиевкт стремглав понесся к Неарху. Тот как раз совершал свою утреннюю молитву. «Мир тебе, друг мой!» – приветствовал его Полиевкт. «Прошу тебя, опиши мне Христа. Видишь ли, некий божественный муж приходил ко мне во сне. Облек он меня в драгоценную одежду и подарил мне крылатого коня. И от этого его посещения вся моя душа озарилась неведомым светом. Неарх показал ему небольшую икону Спасителя». «Он! Это он!» – воскликнул Полиевкт. «Теперь я знаю, что делать, чтобы унять твою печаль». Едва дождавшись полудня, когда языческие жрецы совершали общее жертвоприношение идолам, Полиевкт отправился на главную площадь Мелитины. Там собралась большая толпа народа. И вот на глазах у всех схватил он императорский указ о гонении на христиан и разорвал его в клочья. Не успел народ прийти в себя от неслыханного поступка, как Полиевкт устремился на идолов, которых в тот час выносили на площадь. Славно поработала твердая рука воина. И все идолы числом 12 были повержены наземь и разбиты. Когда Неарх пришел на площадь, он увидел нечто небывалое. Жрецы от злобы рвут на себе волосы. Толпы народа мечутся туда-сюда. Кругом раздаются крики и причитания. Ведь пред очами всех открылась новая истина. Каменные боги разбиты. Себя защитить они не сумели, и жертвы приносить просто некому. А посреди всего этого смятения спокойно стоял Полиевкт уже в узах. И судья его тесть поспешно изрекал приговор: казнить смутьяна через усечение мечом. Увидев издали Неарха, Полиевкт прокричал ему: «Прощай, друг мой возлюбленный. Думаю, что теперь ты обо мне уже не будешь печалиться. Я сделал все, что мог». Приговор был тут же приведен в исполнение. И святая душа Полиевкта легко, словно на крылатом коне, воспарила в небесное селение. Многие жители Мелитины, видя подвиг Полиевкта, уверовали во Христа. Кто исповедовал его явно, а кто в своем сердце тайно. Но что до того? Главное, что имя Христово прославилось в народе, и бывшие язычники – получили спасение. Вот что творит верная дружба. Она, подобно твердой вере, способна
и горы переставлять. Дай Бог, чтобы и у нас были такие друзья. Храни вас Господь.